Уверенно? Может быть, уверенно, да, судя по счету, судя по тому, как события развивались, но немножко волнительно было, хотя, опять же, тут не сомневался, вопрос корректировок был, вопрос, опять же, немножко этого нелепого вола, который, скажем так, намеревался создать определенную неуверенность. Но я рад, что разобрались, я рад, что и пенальти в том числе, и все сложилось замечательно. Эти стадии достаточно такие пикантные, достаточно опасные, по той простой причине, что тут вопрос недооценки, вопрос хорошей мотивации соперника, разность турниров все-таки, это, ну, такая достаточно сложная стадия. После первого тайма довольно-таки шаткий счет был 1-1. Что сказали ребята на перерыве, как изменили игру? Двигаться, перемещаться, как изменили игру, вопрос немножко добавили в переключение, вопрос немножко добавили, сакцентировали, как переключаться, вопрос сакцентировали, как использовать вот эти фазы переключения, вот, и из чего мы можем реализовать эпизоды, я рад, что мы с этого всего и получилось реализовать, ну, скажем так, откровенно, в большей степени, что тут надо было тех, кто... как тот же Наумович или Сайчич, разуверовались, и их надо было, наоборот, подстегнуть, их, наоборот, надо было приободрить, потому что, ну, да, не забито пенальти, да, неприятно, но это футбол. Иса был заменен буквально там за минуту, за две до конца первого тайма, чем это связано? Связано с тем, что он закислился и тяжело отодвигался, надо было ему, надо было, скажем так, выпустить другого игрока. Чем связан выбор вратаря в стартовом составе на эту игру? С чем связан? Связан с тем, что хотели посмотреть, дать возможность сыграть. И учитывая, что и Женя Иваненко со Сморгонью игра, и учитывая жару, погодные условия, учитывая, что здесь не ближний путь и не ближняя дорога, учитывая, что Сморгонь будет тоже дальний путь. И распределить рациональную нагрузку, чтобы и один получил игровой тонус, и второй получил игровую нагрузку. Ну, и, в общем-то, и Ковалев получил игровую нагрузку.